Привет! У нас сегодня будет очень крутой челлендж. Мы разделимся на две команды, я с мамой, а Ваня с папой. И мы будем в эпицентре и в лавине искать попыты и симпулы-димпулы. И кто их больше найдет, тот и победит. Камень, ножницы, бумага, решим, кто первый уйдет. Кто выиграет, тот идет в лавину, а кто проигрывает, то в эпицентр. Но потом мы поменяемся, все равно будем там. Кто выиграл, тот в лавину. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ваня в лавину идет, я иду в эту. Ну что, Вань, пойдем в первый магазин? Да. Искать крутые попиты. Я узнала один магазин, в котором должны быть попиты. Я даже туда ходила, но там их много было. Сейчас пойдем искать такие попыты, которые необычные, да? Вот наш попыт стал и орел. Нашли первый попыт, как вы считаете, ребят? Крутое? Сейчас будем тут искать попыты. Погнали. Погнали. Яблочко, да? Да. Мы вот нашли уже один попыт такой. Яблочко. И квадрат, я думаю, он обычный, крутой, поэтому будет так, как яблочко. Как айфон, да? Тут только один вид такой, поэтому, два, там квадратный есть, но он такой обычный. Поэтому у нас плюс один попыт пока. Мы пойдем искать дальше. Ну, ребят, еще нашли такие два попыта. Короче, в этом же магазине, оказывается, был не только один вид, а там еще и были символы-димпулы. Но символы-димпулы обычные были. Вот эти, мне кажется, необычные. Засчитаем еще два, да? Итого мы нашли здесь три. Да. Три попыта уже в одном магазине. Итак, первые наши первые попыты. Наши попыты, это вот такие Among Us 2. Вот такие. А, они все, только Among Us. Так, ну, значит, мы нашли два. Только Among Us. Идем дальше. Но они разные, да. Мы нашли пока что. Ну, одинаковые. Форма одинаковая, поэтому одинаковые. Идем дальше. Да, пошли. Зашли мы на канцелярию. Будем тут искать попиты. Да. Здесь должны быть, да? Да, еще там на втором этаже могут быть попиты. Маша, скучаешь за канцелярией? Ну, такое, да. Маша уже, наверное, не дождется, когда будем канцелярию покупать. Да, канцелярия, и снимать интересно. Крутые видосы да. Из канцелярии. Так, ищем попыты. Я думаю, здесь точно будет. Мне кажется, что наоборот не будет. Не будет? Это канцелярия. Ручки, сколько тут всего. Смотрите, как настоящая прям будет корона. Класс. Идем, 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 ищем попиты, попиты. Где же попиты? Ну как ты думаешь, для школы ж нужны они? Ну как в школе без попиток? Ну это вообще. Дети же нервничают. Да, и учителю надо а такие подарить. Подарим на 1 сентября или вместо цветков, вместо цветов подарим тьютору и учителю попиты. Будут расслабляться. Хорошая идея, кстати, чтобы ваши учителя были спокойны. Вау, круто. И вот такие вот. Вот такие виде. Ладно, но у нас сейчас не канцелярия. Идем да. Дальше. Погнали дальше. Мы пришли еще в другой магазин, еще один. Будем сейчас еще искать еще тут. Погнали. Он такой в темноте светится. Короче, он как считается, типа, необычный. Он в темноте светится, и его можно классно клюкать. Все, плюс еще один. Итого у нас уже 4. Да. Это маленькие такие. Такая единорожка, да? Ну, для ножка есть. Крутая ножка? Смотри, ты видел такую когда-то? А это? Among Us. Among Us, да? Прикольная? А вот это какой-то... Да, понятно. Вот такой попыт мы нашли. Это Ваня попыт. Ваня попыт. Засчитывайте нам, ребят, как вы считаете? А погнали того, дальше. А того у нас сколько попыток? Пять. Пять. Погнали.
такие новые тут интересные, да? Simple Dimple. А, да. Simple Dimple большой здесь, да? Ложка еще Simple Dimple. Я просто. Да? Да. Идем искать еще какие-то. Погнали еще искать. Так, мы поднялись на второй этаж эпицентра, и тут где-то могут быть попыты тоже. Мы надеемся, что мы попыты здесь найдем. Я, это кажется, детский большой вижу, магазин. Я уже вижу. О, все, мы идем. Да. Ребята, вы запоминайте, сколько их. И в конце видео вы скажете, кто победил. Сердечко. Вот, давай сверху смотрим. Нет. Этот мы не уже не находили. Вот такой вот, сердечко. Сердечко. Два яблока. Вот такой вот ромбик. Так, здесь тоже. Вот смотри. Пазл. Как пазл такой. Считайте. Ну, они такие более похожие, да? Да, они все похожи. Among Us. Мы Among Us. Наверное, уже все. Пошли. Идем дальше. Здесь по-любому есть еще, да? Да, там на прилавке, где кассы там должны быть. Пошли туда сейчас. Пойдем. Там на прилавке 100 пудов должен быть купить. Ой, еще вот такие. 33, 40, 42. Тут вот такие вот два вида. Оранжевые и фиолетовые. И симпл-димплы. Вот такие вот. Три вида. Рассчитаны, да? А еще смотри. Вот такой маленький. Мы нашли тут еще целую гору. Ну тут все те же самые, что и были в начале. Тоже вот такие амонкасы. Вот такие амонкасы. Ну что, еще одна гора попыток у нас. Гора, да. Яблочки, но мы их уже считали, да? Не были здесь. Да, яблочки, это все мы уже находили. Идем дальше. Амонкасы одни. Пошлите. В общем, самые популярные и трендовые. Так, у нас тут небольшой перекус. Да, мы встретили. Сейчас они пойдут в эпицентр, а мы в лавину. Мы никому не рассказываем, где какие попы, потому что это секрет. Мы тоже не рассказываем. Ну все, меняемся местами. Да, пока. Сейчас подкрепимся. И Ваня идет в эпицентр, а мы... В лавину. Мы, в принципе, уже в лавине. Да. Все, приятного аппетита. Спасибо. Нашли отдел целых попыток, да? А, ну показывай. Посмотри чехлы. Чехлы роли попыток. XL. Еще один нашли попыток, да, необычный? Классный. У нас уже дома такие два есть. А получается... Сколько у нас теперь? А, у нас 9. 9 попыток. Пойдемте искать дальше, тут еще есть. Вон! Цельно. Тут у нас прозрачный, да, есть? Да. Вот, вот это в темноте светится. Мороженка, вот, новое. Мороженка такое, да? Нас мы такое еще не встречали. Да. Заходим в будинок игрушек. Пойдем. Я думаю, здесь точно есть, да? Да, удобно, я даже думаю. Я вижу первый. Ну, такое мы видели, да? Вот такого не видели, не было такого. Нет, по-моему, был. Не был квадратный. Где-то красивое, вот кстати, там было чуть-чуть другое яблочко. А да, ну, так... я не знаю. Ну, вот этого не было. Там не было вот такого квадратного, где что-то. Ну, идем дальше. Знаете, какие выкажи? Представляете, мы вот, вот это все, что нашли. Это только вот те вот три, два попыток. А для игрушечного, мне кажется, это слишком мало. Да, сейчас мы пойдем. Пойдем дальше. Мне кажется, там они могут быть. Вот у нас. Даже таких прилавках они есть. Сейчас посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Сейчас идем в Антошку. Давай. Защиту
это очень прикольно, кстати. И второй вот такой круглый. Да. Этот мы уже находили. Вот. А, это опять то же самое. А вот, получается, вот эти два, да? Давай. Да, мы нашли. Смотри. Раз, два, три, смотри, четыре, пять, шесть. Кстати, мы такие попитки в эпицентре, да? Смотри. Смотри, я мы хочу раз, такой раз, держи, два, три. Все, да. Смотри, нет, нет, там смотри, вот еще вот четыре. Вот четыре. Мне очень нравятся, они такие крутые. Да, и еще вот такие, да? И вот такие тройные, я смотрю. Такие тройные. Смотри, да. И вот такие вот пупыты. Такой. Мне очень вот эти нравятся. Это спины. Угу. Это спины. Огромный такой, да? Вот такие еще необычные нашли, да? И довольно 13 пупыток. А ну-ка, вот еще есть тут. Это не бабочка, она уже видела. Вот такую вот. Вау, бабочка. Летящая бабочка, да? У нас тогда уже... 14 попыток, да. И тут такой столбик симпл-димпл. Симпл-димпл, да? Симпл-димпл практически все одинаковые. Ребят, смотрите, прикол, смотрите. Видите? Добрый. Я очень могу устроить. Вот. Это шапочка, да? Вот тут добрый. Я очень могу устроить. Вот. Шапочки, да? Ладно, погнали искать дальше. Вот, мы нашли. Да. Вот первая, это вот такая ножка. Единорог второй. Да. Ананас. И маленький. Вот такой маленький. Сердечки. И брелочки, да? Очень крутые. Чехол опять засчитывать? Мне кажется, да. Смотри, еще для айфонов чехол попыток. Ух ты. Для айфонов. Ага. Попыт для айфонов. И там еще и белок там всем попыток. Мне кажется, это засчитывается. В этом детском мы не нашли, да? Мы нашли только вот такие штуки, но они сейчас везде. Идем? Пошли в другой. Симпатичный был. Вот. И на пластиковой основе такой. И два таких симпатичных было. И вот такой вот, вот такие. Это щетка. Но это тоже не выходили. Эти тоже повторяются, да? И вот такого вот мы не находили. Прикольно. И Almond Ass, да? И мороженое, смотри. Ух ты, мороженое тоже все прикольно. А вот сколько здесь попытов, да? Охранники попыты украли. Давай, ищи какие, кстати, мон ромбиком попыт. Такого мы не встречали пока. Ну, давай. Или считаться нам 15. Я думаю, туда пойти. Вот нашли еще отдел попыток, да? Ну давай, она выбирай, какие мы не видели. Еще разноцветных тут много, да? А, ну-ка показывай. Вот круглый. Такой. Круглый, разный, разноцветный, да? Вот такой попыт нашли, да? А, ну, радужный, я, да? Я покажи. Прикольно клеит? Вот
Лика, это классно? Точно так же, как это. Нашли, да? Simple Dimple, то ты попой. Но мы такие там встречали, нет, да? Нет, такой мы не встречали. Черный не встречали, Амангаз, да? Мы не встречали Амангаз черный. Ну, значит, получается, у нас уже... А здесь попой... Вот такой, да? У нас уже получается, когда... Расскажи мне. У нас получается уже когда 18. Так, мы пойдем в этот... Погнали искать. Вот целая стойка, но они подобные, одинаковые, да? Такого нет. Такого нет. Это по пути. Это 19. Это какой? Лего? Пазл. Пазл. Пазл, да? Попыт пазл, да? Да. Ну, посмотри, яблочко покажи, у нас было, да? Амангаз у нас был. Ну, получается, у нас сейчас уже 19 попыток. Да, мы его тоже встречали, да? Получается, у нас все 19 попыток. Надо еще пока искать. Надо 30 дейтов. Да, мы, кстати, мало встречаем Simple Dimple, да? Да. Они как перламутровые, да? Вау, круто. В этом магазине тут они точно. Мишка, засчитывается. Потом снайпер Амангаз, засчитывается. Снайпер какашка, засчитывается. Такой вот снайпер. Потом Simple, не, он уже был. Эти чехлы какие ужасные. Пошли там еще. Привет. Тут просто рай это все. А там еще Амангаз, да? Мороженка. А, это мороженка. Кстати, такое мороженка мы не встречали, да? Класс? Да, пошли еще. Сейчас весь ТикТок вот такими вот спиннерами забит, которые типа они типа ходят, когда крутишь, типа как будто выходят вот такие вот. Сейчас весь ТикТок такими забит. Смотри вот такие вот. Звук просвет. А Мишка, Мишка такой. Мишка, да, такие вот снайперсы. Она у нас самая бомбическая. Каша. Вот еще вот такой какой-то. Лимончик тоже не было. Это обычный снайперс. Мы уже все обошли, с моей встретились, и напишите в комментариях, кто из нас собрал больше попыток. Ваня считал, он говорит 19, а мы не считали, но мне кажется, у нас больше. Какая разница, у кого больше? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!